Андрей, прошу, як вас звуть? Як вас звуть? А вы кто такой? Я журналист. Меня зовут Александр Магнелев ТВ. Что у вас с руками, скажите, пожалуйста? С руками? Короче, я шел, поскользнулся, очнулся гипс. Меня, короче, задержали. Короче, шел оттуда. Подожди, откуда? Светишь, лампу бери. Шел оттуда. Смотрю, лежит ящик. Я пошел к магазину, Думаю, кто его ограбил? Я, короче, подхожу к магазину, стекло зацепил. В дребезги. Да не, не в дребезги. Он руку разбил себе, он. Какой дребезги? Рука перебинтована, что инвалида 43-го года после войны. Я так прикоснулся случайно. Что за станция? Маяк? Вы что, на приколе? Это, я хочу передать привет. Мама. Передаю тебе большой огромный привет. Если меня закроют, ты меня не грей. Меня менты нагреют. Ха-ха-ха. Пока. Человек с юмором, да? Ну да. И что вам рассказать? Что дальше? Что с тем ящиком? С каким ящиком? А, с чекушками? А, там чекушки были, полные? Ну, там нашел. Короче, были чекушки, я и не видел. Может, там половина пустых, половина полных. Ничего. Не, я даже не употребил ни одной чекушки. Ну, выпил себе чуть-чуть. Не, я даже не пил оттуда, я до того пил. И то пил в другом магазине, когда покупал чекушку. Ну, выпил. Себя гахнул, так и что, а кто не имеет права гахнуть в этой жизни, правильно? Демократия, все имеют право. Да. Так, всем привет.